горит от нас любовь к земле родимой. Здравствуйте, зрители моего канала, привет вам с Кондрашовки, и сегодня я вам расскажу вот про вот такой интересный инструмент. Мне он достался, когда я купил 12 лет назад дом, здесь участок. Так вот, очень интересный инструмент, и он мне очень пригождается. Качественная сталь, очень прочная, инструмент старинный. При покупке дома мне как бы предыдущий владелец сказал, что это от старинной техники, то ли старинных советских комбайнов, то ли трактора. Так вот, может быть, кто-то знает точно его название и для чего он именно применялся, тогда как бы попрошу в комментариях рассказать, что это такое. На конце у него здесь что-то подобное, как у гвоздодера, но без пазов. То есть что-то вот так вот поддевать. Вот. Вот таким бы было удобно поддевать, например, крышку люка чугунного. Вот. То есть куда-то он вставлялся, что-то вот так вот, как рычаг, выполнял. Здесь же вот такой паз. Ну, сколько здесь миллиметров, трудно сказать. Наверное, тут вот до сантиметра вот это расстояние, и видимо что-то с помощью этого переключалось, а может быть и гнулось. Я его использую для того, чтобы гнуть металл, такой металл, который как бы трудно чем-то другим погнуть. Вот я полосу им гнул шину для заземления. Если бы не он, то я бы ее навряд ли как-то чем-то согнул. Вот, а мне нужно было, когда я приварил вот к низу, там-то я загнул с помощью кувалды ее вниз, вот, а вот выгнуть полосу, потом вот ее из вертикального состояния, чтобы она вот так опять горизонтально под 90 градусов была, я без нее, я бы, наверное, не справился никак, вот, но он мне в этом помог. То есть я его очень люблю. Очень как бы хороший инструмент. Так что, может быть, у кого-то какие-то предположения. Может быть, кто-то считает, что это, например, какой-то кузнечный инструмент. Но я все-таки склоняюсь, что это действительно был какой-то от техники инструмент. Может быть, даже еще с Великой Отечественной или довоенной. Вот. Но что это именно, я вам сказать не могу. Поэтому, как бы, вот, те, кто знают, может быть, об этом расскажут. Мне же он очень пригождается, я его вот использую постоянно, и, наверное, будет потом и в кузнечном деле пригождаться. Я его вот покрашу в ближайшее время, то есть будет он такой весь, как бы, нарядный, красивый. Ну, на этом все, я прощаюсь. Те, кто смотрит мое видео, подписывайтесь на канал, потому что я буду еще снимать много интересных сюжетов. До свидания.